Яндекс Ньюс. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На радио Болтком «Открытая кухня». Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17:00 на радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». И сегодняшний эфир у нас начинается с улыбок и смеха моих прекрасных девушек, гостей, которые сегодня пришли поговорить о здоровой еде, о трендах, о том, как они создали просто уникальное, неповторимое заведение в ресторанном пищеблоке. Но что томить, я представлю тех девушек позитивных, которые смеются всю рекламу. Да, Анна Лакометок и Карина Фридман, совладелицы «Мистер Фокс», самого, я бы сказала, действительно известного места для завтраков и обедов на улице Дзырнову. И сегодня мы раскрываем все секреты создания этого уникального концепта, говорим о трендах, о гостях, о команде мечты. И, конечно, я приглашаю присоединиться всех наших радиослушателей к беседе, задавать свои вопросы, оставляйте отзывы. 6721-2939, 672 1-3939, и если вы хотите оставить нам свое сообщение в WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Добрый вечер, дорогие добрый, Анна и Карина. Добрый вечер. Спасибо вам большое, что пришли на эфир с таким настроением. Это всегда заряжает и радует. Значит, эфир, я чую, будет таким динамичным. Как у вас дела после карантина? Задам такой вообще вопрос. Вот с чего хотелось бы начать сегодня? Ну, наверное, у нас вот первые две недели были такие тихие. Мы вообще, в принципе, не закрывались. Первую неделю люди немножечко испугались, было потише, мы сократили немножко персонал на кухне и в зале, подключили Вольт, и, в принципе, после того, как, наверное, спустя две недели паника прошла, часы работы чуть-чуть откорректировали, да. Когда паника прошла, в принципе, более-менее все стали возвращаться, меньше в зале, больше с собой. Угу. И я думаю, что через месяц, плюс-минус с Вольтом, мы вернулись на свои более-менее. Мы, в принципе, в своем привычном режиме. Если раньше вообще не представлялось никакой возможности подключить Вольт, потому что очень беспрерывно маленькая шла работа, кухня, маленькая кухня, очень большой объем посетителей, они постоянно меняются, добавляются, к столику подсаживаются. То есть там о Вольте, в принципе, мы мечтать даже не могли. Но сейчас, благодаря тому, что он есть, мы в любой момент его можем выключить, и когда позволяет возможность продолжать брать заказы. Потому что, к сожалению, пока условия не позволяют рассадить всех и занять все столики. То есть мы все равно работаем не в полную мощность. Да, у нас маленькое место, из-за там 3 метра квадратных на человека и 2 метра расстояния между столиками. То есть у нас, в принципе, ничего не поменялось, что с этими законодательствами, что с предыдущим, там, 2 недели назад. Только что можно вчетвером сесть, но у нас всего 2 стола, которые могут вместить больше 2 человек, поэтому если занят один, второй уже выпадает. И получается, что мы... Вначале немножко было непривычно, потому что очень много Вольт-заказов было, и очень много люди звонили с собой забрать, даже не через Вольт, просто наши клиенты. И получалось, что те, кто сидели в зале, зал пустой, ждать еду долго, не могли понять, в чем дело, да? Потому что обычно полный немножко, зал, да. И все очень быстро выходит, и говорит, что вообще происходит? И мы так подкорректировали, объяснили кухне, что нет ничего страшного, если они поставят на паузу, и что в приоритете, конечно, идут те клиенты, которые находятся в зале. Угу. Ну, я думаю, что для вас это проявление наивысшей лояльности, да, как был этот хэштег «Support your local restaurant», да, что все равно ваши гости, несмотря на все ограничения, хотели заказывать и завтракать дома. Хотели заказывать, и я могу сказать, что для многих это стало спасением, включая меня, потому что я в тот момент как раз переехала на новую квартиру, и у меня не было... Довольно кухни 4,5 месяца, но при этом был полный дом детей, которых надо было кормить 4 раза в день, которые были на домашнем обучении. Мы просто спасались тем, что мы рядом и всегда можем взять еду с собой. Хорошо. Ну, а раз уж, опять же, такой позитивный итог карантина, надеюсь, что если даже будет вторая волна, вы тоже ее выстоите и не будете несломимыми. Расскажите, в принципе, про то, как создавался «Мистер Фокс», как разрабатывался концепт, что являлось вдохновением, прибегал ли где-то мимо Бали и путешествия. Почему такой интерьер? И самый главный вопрос, который, в принципе, волновал многих моих подписчиков, почему Фокс, почему лиса? Но я жду от вас развернутого ответа. Я могу рассказать? Да, я вот начну-то, наверное, с чего как бы создавалось. Да.
сначала, ну, мне показалось, что в Риге нету хорошего места для обеда. Про завтрак мы сначала даже как-то не думали. То есть не было ни сэндвичей вкусных, ни врапов вкусных, ни салатов вкусных. То есть было, но все, либо в ресторан тебе надо было идти и час терять время. Да. Один-то тоже не мог туда пойти. То есть хочу напомнить, что мы открылись 4 года назад, сейчас уже как бы больше мест с похожей концепцией или там с какими-то другими предложениями, более быстрыми появились. А раньше ты мог пойти... Куда, в Ривьеру поесть, потом еще Пагамс появился какой-то более... Ну, завтраки, у меня, например, папа часто, когда оказывается завтрак в городе, ему нужны завтраки, он ходил в гостиницы. Я знаю, что он говорит, это единственный вариант, кстати, он ходил в гостиницы просто завтракать, когда ему нужно было перед какой-то конференцией. С собой не было ничего, поесть. То есть тебе надо было, если ты хотел взять какой-то сэндвич с собой, надо было съесть пол багета, да, чтобы добраться там или до мяса. Или половинку оторвать и выкинуть. Да, половинку оторвать и выкинуть, и мы хотели, чтобы это что-то было бы легкое, доступное более-менее по цене, при этом как бы... Такое изи, где ты можешь зайти с кем-то поговорить, выйти, взял с собой и не тратить время на обед. Потому что, ну, как, не знаю, мы с Кариной любим тратить время на обеды. Но при этом мы любим вкусно поесть. Ну, как бы, да, и любим вкусно поесть. И мне кажется, что время идет. Ну, и я, может, со своей стороны немножко добавлю, как для меня этот ресторан, я даже не знаю, как его правильно назвать, кафе, да, не кафе, ресторан, не ресторан, то есть... Кафе-ресторан. Кафе-ресторан, да. Мне по состоянию здоровья нельзя глютен и молочную продукцию, и для меня в Риге всегда была проблема где-то поесть, заказать блюдо и не предупреждать официанта, там вот, пожалуйста, только без всего вот это не кладите, вот это уберите, и нет ли там этого, и потом тебе приносят, ты чувствуешь там все равно, говорит, а вы можете уточнить у повара, и, в общем-то, не было ни разу, где я бы ошиблась, когда все равно случайно что-то добавили. И я, когда путешествовала, там несколько раз в год всегда бывала в Лондоне, в Барселоне, и я всегда заранее отслеживала такие места, которые мне были близки по духу, то есть, скажем так, кондитерская-кондитерская, но мое основное такое хобби всегда было это вот рассматривать разные системы питания, увлекаться, там, придумывать какие-то, скажем так, невредные десерты или там те же блюда переиначивать так, чтобы они еще и приносили пользу организму. И я всегда отслеживала такие места и не завтракала в гостиницах, и всегда я уже знала, вот если я приезжаю в Лондон, я иду туда-туда-туда, и для меня было настоящим кайфом, что я могу прийти, съесть полноценный завтрак без глютена, там, взять тост без глютена, а не просто где-то вот съесть яйцо или там на обед попросить рыба, гриль, овощи, гриль, соус не надо, хлеб не кладите. Да, да, то есть это становится скучно, и, в общем-то, вся еда в ресторанах становится одинаковая на вкус. И я просто ловила кайф от этих мест, и мне безумно не хватало. Плюс я вот еще хотела такой момент, что в любой сфере есть свои тренды. То есть неважно, чем ты занимаешься, в любой индустрии, в любой отрасли свои тренды есть всегда. И я как-то всегда отслеживала пищевые тренды, и вот это все больше и больше появлялось. Многие ее называют австралийская кухня. Я на Бали не была. На Бали я не была, но вот я знаю, что в Лондоне вот одно из мест, которое мне очень нравится, они это позиционируют как австралийская кухня. И то есть... В Латвии очень этого не хватало, и когда Аня... Мы как раз обсуждали сейчас просто с Кариной перед эфиром, что, в принципе, когда мы открыли завтрак, мы были первые, у кого был этот авокадо-тост. Пресловутый авокадо-тост, который сейчас есть вообще. Который сейчас везде. Который сейчас везде. Вот вообще мы везде. Тогда обсуждали, думали, так классно, давайте сделаем авокадо-тост. Давай сделаем авокадо-тост, его нигде нет. Потому что я везде, я везде их ела. Сейчас кажется, что это странно, что его нет. Шакшуки нигде не было, мы тоже. Тогда появился тренд на израильскую кухню, и мы это соединили, потому что он подходил нашей концепции. И когда Аня предложила, говорит, хочу вот что-то еще, вот что-то надо. Это как-то вообще очень внезапно и спонтанно произошло. Да, я говорю, я знаю, что надо делать. И мы на следующий день уже встретились в кафе, обсудили. Немножко, конечно, концепция изменилась от первоначальной. Это было обусловлено, ну, возможностями помещения, еще что-то. Мы тоже поездили по разным этим точкам в поисках вдохновения. И в какой-то момент... я поняла, что... Подписали договор и начали работать. Да, то есть, и на самом деле мы хотели сделать такое место, в котором люди, независимо от того, какой они придерживаются системы питания, неважно, по состоянию здоровья, по личным убеждениям, то есть неважно, ты сидишь на кето-диете, ты веган, ты не ешь глютен, потому что тебе нельзя или потому что это модно. Ну, вот мы хотели... про это поговорим дальше отдельно. Да, мы хотели, чтобы люди, когда приходили к нам, они знали, что они все равно найдут себе что-то для себя, что они могут взять без вот переиначиваний. Это вот как бы с Кариной стороны, я ем все, ну как бы у меня нет. И мне хотелось, чтобы было просто и вкусно. Понятно, не домашняя еда, картошка там с котлеткой, но при этом, если это салат, ну не 500 разных соусов, и не замороченный. Просто пришел, у тебя
хороший вкус, как правильно сказать. Акцент в любом случае, независимо от того, там, мясоед, веган или еще кто-то. То есть все равно у нас акцент идет на свежие овощи, на то, что, в принципе, дано природой, и все вот эти краски, все это разнообразие текстур, вкусов, цветов, банальная радуга на тарелке. Мы хотим людям показать, что полезная, здоровая пища может быть вкусной. Да, и это не значит, что там ешь свой брокколи, да, и страдай, потому что ты на диете. Да. И поэтому мы хотели вот чтобы не было, что не позиционировать, что это диетическая еда или еще как-то или там заниматься подсчетом калорий. Мы, в принципе, хотели сделать место, где ты приходишь, ты чувствуешь себя комфортно, ты знаешь, что неважно, что ты здесь выберешь, да, это впишется в твой рацион. И на самом деле даже вот на нашем примере, минимум, не знаю, 4 раза в неделю там сами едим. И вот я могу сказать, что, наверное, ресторанную еду каждый день невозможно было бы кушать. То есть это просто пример того, что... То есть как вот мы дома это все готовили, мы перенесли это туда. В принципе, наши постоянные клиенты все тоже, вот почти все ходят каждый день, потому что им, видимо, не они надоедает. Они могут съесть свою привычную кашу, вот как они ее любят, на том молоке или без молока, соленую, сладкую, с вареньем или там наоборот, не знаю, с чем-то еще. Именно так, как они привыкли есть дома, а не так, что они пришли в ресторан и хотят получить вот что-то такое. Ну и плюс, мне кажется, ваш интерьер, да, тут про интерьер тоже я хотела спросить, он такой очень бодрящий. Вот если утром пришел, сразу настроение должно быть хорошее, особенно если солнце, конечно, на улице. Мы до него. Но вот он такой весь очень фреш, если можно так выразиться, да, то есть ты пришел и к завтраку это идеально подходит. Вот про интерьер, почему там выбрали такие? Там дела Агнес Рудзе, как-то она нам. Ну, мы помнишь, мы брали другую цветовую гамму. Она сказала, я спросила, почему мистер Фокс. Я вот, начну. Да, мы знали, что мы хотим мистер. Вот у нас была такая идея, помнишь, потому что мы не хотели делать молодежное кафе, мы хотели, чтобы люди могли там. Странный, подожди, рутс. Мы хотели сначала сделать, чтобы это ассоциировалось с чем-то зеленым, полезным. Ну, чтобы было на всех языках хорошо. Чтобы читалось на всех языках, например, там тот же байт по-русски, по-латышски будет битте, да, и. Да. Много нюансов было, не все читают по-английски, и какой-то было скучно, какой-то там мистер Грин было какой-то, вообще как будто долларовый какой-то. У нас у всех были ассоциации, кому-то нравилось одно, не нравилось всем остальным, кто-то кричал вот это, еще кому-то обязательно не нравилось, у всех были странные. Ну, это у нас кодовое название было. Угуниго Свестмайзе. У нас был чатик рабочий, да, это у нас на стадии разработки концепции. Да. И мы знали, что мы хотим лого с бабочкой, чтобы это вот лого, человек был с бабочкой. Да? Да. То есть эра усов прошла, мы хотели с бабочкой. Мы хотели, чтобы оно не ассоциировалось с молодежным местом, где только сидят школьники после уроков, чтобы там солидные, не знаю, люди бизнеса могли тоже прийти и не чувствовать себя не в своей тарелке. Поэтому мы хотели, помнишь, как мы думали, что вот там газеты даже какие-то вешать, Да, думали вешать газеты, чтобы на завтраке люди читали бы газеты. Мы не ожидали, что будет настолько это... толпа большой, то есть мы думали, что это будет такой завтрак, типа как кофемания, вот пришел, там лежат свежие газеты, и ты вот перед работой, потому что мы открываемся в 7:30, ты перед работой почитал и пошел. И мы хотели мистер, вот не могли никак придумать, и потом я гуглила просто на Пинтересте логос, вот боутай с бабочкой, и просто увидела какой-то ателье по пошиву одежды, там была лиса, но совершенно в другом. Я думаю, сейчас напишу в чатик, меня все убьют, скажут, какой вот... Я говорю, как вам мистер Фокс? И вдруг неожиданно все просто сказали, что нравится, потому что звонко на всех языках. Если ты не знаешь язык вообще там латинский алфавит, ты все равно прочитаешь. Да, пошли Фокс. Никто, конечно, не говорит, пошли в мистер Фокс, но он прижился. Он прижился, и изначально у нас была немножко другая цветовая гамма, мы попросили Агнес. Не, у нас, помнишь, зеленый? Этот синий был, вот с этим желтым, по-моему, вот как у нас на этой двери. Синий с оранжевым. Мы хотели в таких осенних этих. Она говорит, нет. И, как у любого дизайнера, я думаю, что есть какие-то идеи, которые реализовать. Она нам эту плитку желтую. Да, она нам эту желтую плитку принесла. Да, и от нее мы стали отталкиваться. То есть мы работаем с Аней быстро, мы решения принимаем быстро, и нам очень нравится Агнес, что она тоже быстро. То есть мы когда созвонились, к вечеру был готов 3 варианта макета, мы выбрали один и стали его дорабатывать. Да. Ну, мы ей послали все, что нам нравится перед этим. Да, она очень хорошо выстроила положение столиков, еще что-то. То есть раскидала, помещение не самое простое было в плане того, как раскидать столики. Мы немножко откорректировали концепцию. Изначально мы хотели большой стол, на котором в обед были бы салаты, как
салатный бар. А, да, кстати, да. Забыла. Вот. Ну, я поэтому говорю, что мы немножко откорректировали в процессе. Сейчас бы точно ковидная. Да, сейчас уже вообще эти шведские столы нельзя. Да, ну потому что я так по Лондону поездила, и там это очень популярно. Там посередине стоит такой стол, и в обед ты просто подходишь, и там себе сам, грубо говоря, этот салат делаешь. И заправки разные. Ну да, изначально же мы так хотели. Потом мы немножко скорректировали. Потом не было места этому большому столу. Потом мы хотели этот хлеб делать, потом ни с кем не могли договориться, кто бы нам этот хлеб пек, учитывая, что мы в 7:30 открываемся. То есть, когда он говорит, а что вот у вас нет... Хотели смузи делать, тоже поняли, что никто не успеет. Артизанского хлеба, мы говорим, слушайте, ну все это не потому, что нам лень было. Нету, мы перепробовали все, и мы ездили сами в магазины, вручную это все покупали, пока не были заключены договоры, пока мы не смогли найти нормальных поставщиков. Помнишь, как мы по магазинам ездили там сами? Очень много нюансов. То есть, когда нам что-то говорят, я всегда говорю, обои, не думайте, что вы... Обои я притащила. Да, всеми правдами, неправдами. Я долго сопротивлялась, потому что они были дорогие. Они, и уже наш бюджет подходил. Не, ну самое смешное, что когда мы уже были в процессе ремонта, это был вдруг супер тренд вот этого принта. Да, H&M стал его делать, одежда, Dolce Gabbana пошла. Мы вообще были в шоке, мы не понимали... Деле, да, это то обои, которые в гостинице Beverly Hills в Лос-Анджелесе. Это Dorothy Draper, если я не ошибаюсь. Dorothy то есть Draper. Это в 30-х годах, это был вот такой вот тренд. Потом как-то мы их нашли. Мы листали, мы хотели какие-то... акцентную стену. Вот в арбузе есть стенка, которая вот... Сейчас хочу ее, кстати, поменять, уже 7 лет прошло. Надоело, да, уже не соответствует внутренним моим ощущениям. И мы хотели, чтобы это было такое инстаграммабл место, где вот сфоткали, все знают, что это оттуда. И вот я, мы настаивали на обоих. Колонсон подешевле. Мне не нравилось, они все были, вот у них не было этого. Потом мы их заказали, и наши друзья должны были привезти их из Америки, потому что их тоже нигде не было. Как-то на тот момент. И они еще по кускам они, там как-то они можно было либо много, они стоили либо мало. Каких-то тоже безумных денег. А наши друзья, Марат, Саси, если не знаю, они такие всегда ответственные, но не совсем. С приключениями всегда. Они всегда с приключениями. Они всегда с приключениями, но при этом с такой вообще завидной легкостью идут по жизни. И все эти перипетии, которые с ними случаются, они так легко через них просто переступают и идут дальше. Карина, мы делаем риск, нам открываться через 2 недели, мы отправляем им обои, и они должны типа через 10 дней прилететь. Вы летите. А они прилетели, помню, пришел сразу чемодан, но он пришел либо вечером, либо еще обои. Короче, обои погрузили, привезли, мы их наклеили. Получилось очень круто. Но вот вы сказали про Австралию, про Америку. И вот я, например, ни там не была, но была на Бали, например. Да. И могу сказать вот 100%, что когда я пришла к вам первый раз, вот тогда еще давно, 4 года назад, у меня была четкая ассоциация с уютными этими местами. Ну, я уже забыла, как они там называются. Мне кажется, район. Тогда даже не было в голове, что это Балибол, да? Я как-то об этом не думала. Не было. У меня вот четкая и подача, и стиль, больше и эти обои, и джунгли. Было, что везде эти Буддабол модные стали. Да, Буддабол была. Но плюс вот эти вот кокосовые. Кокосовые в интернете, они стали продаваться, когда мы еще не открылись, по-моему. Да. Тоже их искали откуда-то, не знаю. Да, что на европейского сайта не было. То есть все это, знаете, как для арбуза я все это заказывала в Англии, до сих пор очень многие вещи заказываю там. Так и здесь. То есть мы как первооткрыватели в каких-то вопросах изобретали велосипед. Даже те люди, которые... Для шакшуки не могли найти. Реально очень долго искали, потому что их как-то не было еще. Вот интересное, кстати, сочетание, что у вас есть израильские блюда, да, я помню, фалафель вы тоже делали было, да, я тогда помню, была в положении, мне зеленый. Так захотелось фалафеля, я шла и не прогадала. И плюс вот такая какая-то азиатская история, насколько это все вот сочетается, вот на ваш взгляд, и как вы так угадываете, потому что какое блюдо там не вводится, даже если это как... Секретный ингредиент. Да, как такая экстра, да, то, что вы приносите отдельным предложением. Всегда угадываете. Мы делаем то, что мы честно, любим. Честно, нет никакого-то... Мы, например, сделали какое-то блюдо, говорю, мы обе там, например, не любим лук, не любим еще что-то, поэтому всегда отметаем, у нас нет в ресторане лука, если вы там можете посмотреть. Да. То есть мы делаем то, что мы любим, плюс какие-то... Устраиваем дегустацию, друг друга корректируем, не знаю, там... выкладываем это блюдо там 10 раз, и мне кажется, кухне. Что если... Потом обучаем поваров. То есть у нас... И мне кажется, как мы с Кариной всегда говорим, что там секретный ингредиент – это любовь. Но на самом деле это так и есть, потому что если ты находишься в ресторане, ты ешь там, то это не просто для тебя развлечение, это как бы тоже какая-то часть твоего
образа жизни, это да. твоя... И не только работа, да, это как бы... Как правильно сказать? Это, ну, вот это наше место, это наш дом. Да. Это не какие-то там пафосные слова, но это так и есть. И мы хотим, чтобы там было хорошо. У вас нет такого, что вы смотрите постоянно там, каких-то трендсеттеров? Нет, я смотрю, но, понимаешь, у меня это идет не то, что вот сейчас мы сделаем это, наварим кучу денег. Да. То есть первично не это. Конечно, мы хотим работать в прибыль, это понятно. Логично. Но первично идет то, что мы делаем то, что мы бы сами хотели есть. Да. Как бы я кормила своих детей, как бы я кормила своих гостей. То есть ничего из этого, то есть какие-то более, скажем так, дешевые варианты, аналоги не ищутся. Мы делаем все соусы сами. У нас, помимо того, что они все на безглютеновой базе, мы еще их полностью делаем сами с нуля. Все мясо, сувид. Мясо, сувид, все, все для наших бутербродов. Это все делается на месте. И, то есть вот секрета никакого нет. Мы следим за качеством. Мы делаем, чтобы было вкусно, нам что нам нравится. Там, не знаю, 3 ящика авокадо мы разрезаем, если они внутри не очень, мы отправляем назад. Да, то же самое с манго. Вот. Но вначале было, вот как только открылись, смешно, что идет какая-то, я всегда говорю, что-то в атмосфере. Я это замечала по своей кондитерской, что идет череда одинаковых заказов. И то же самое в Мистер Фоксе. Там, я помню, первую неделю мне на кухне говорят, наверное, надо это блюдо убирать, что-то очень мало на него заказов. Там на этой неделе. Да, на следующий. Ой, что-то только на это блюдо заказано на эту неделю. Вот это плохо идет. Сейчас уже все успокоились, перестали нам морочить голову. Идут все абсолютно. Ну, есть наши какие-то более, да, блюда, фавориты, есть, которые более, конечно, фавориты, менее фавориты. Плюс у нас есть опция «Составь сам». То есть, как я говорю, да, очень удобно, люди, кстати, часто, да, забывают про нее, потом говорят, ой, а откуда вот это? Мы говорим, ну как, вот составили. А мы не знали. Я говорю, ну потому что вы ходите каждый день, вы уже не берете меню, вы уже сразу заказываете. А у нас там есть specials, есть еще что-то, есть эта опция. То есть, по сути, ты можешь вообще каждый день делать себе новое блюдо, просто меняя вот эти вот ингредиенты, да, заправки и так далее, да, то есть бесконечные варианты. Многие все время просят, почему у вас там нету нового меню, то есть мы делаем эти сезонные предложения, да, периодически. Да, да, да. Я говорю, ну вот вы приходите к нам, говорю, ты там всегда говоришь, там, богама мама. Я говорю, ты хоть раз попробовал что-то другое? Ну нет, я говорю, ну и не попробовал. Ну и да, не то есть мы то есть не пытаемся на свои... всех новинками удивить, то есть мы их как бы добавляем, но я считаю, что если люди уже привыкли, мы не можем ничего убрать. То есть мы не можем убрать ни одно блюдо, из которых у нас есть. Это ваша уже такая репутационная история, идут именно за этим. Добавлять новое, это тоже требует... Это не просто так взять, придумать новое блюдо, а давай-ка сделаем вот это. Да? То есть у нас был, помнишь, этот Indian Bowl одно время. Было очень сложно, потому что там было 5 разных составляющих, которые использовались только в нем. Да, и поэтому ни на какие блюда больше не шли. То есть такие блюда сложно, да, мы со временем обязательно набираем. Нам нужно будет еще раскрыть именно, да, в принципе, этот культ Мистер Фокса, почему туда ходит такое количество людей на постоянной основе уже 4 года. Сейчас делаем небольшую рекламную паузу. Открытая кухня. Микс Ньюс. Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова, и сегодня у меня потрясающе просто очаровательные, обаятельные гости. Это совладелицы известнейшего, я бы сказала, места для завтраков и обедов, Мистер Фокс, Карина Фридман, Анна Лакомец сегодня в моей студии делятся успехами, делятся секретами открытия этого культового, я бы уже сказала, места. Ну и если у вас есть какие-то вопросы, тоже звоните, с удовольствием ответим и расскажем. 67212939, 67213939 и номер для WhatsApp 2306191. Ну, мы продолжаем. Мода на здоровое питание. Карин, вы начали с того, что у вас есть некие особенности в питании. Это вы выявили с помощью там врачей, это было как-то вот долго. Да, потому что у меня подруга, я такую маленькую подводку, буквально этой зимой тоже столкнулась с целиакией. Это был просто адский ад, честно вам скажу. 2 месяца, не для эфира, не за столом. Слезы, потеря веса, большие проблемы, там 1000 врачей и денег, чтобы узнать, а вот оно. Сейчас, да, она нашла для себя уже ту самую диету, похудела на 18 килограмм. Ого. Да, да. Но, говорит, конечно, если бы я могла снова есть булочки, я бы вернулась. Вот. Но она мне часто задает вопрос, Лер, а вот как вот мы ходим с тобой в какие-то места, как не почувствовать себя дурой, которая, а, еще одна пришла, типа там вот то, что вы рассказывали, а мне вот рыбу без этого соуса, да, 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 а мне хлеб вообще уберите, не дай бог это на одной доске будет резаться. Вот ваше мнение, насколько эта часть, потому что, насколько я знаю, целиакия – это достаточно редкое заболевание. Это аутоиммунное заболевание, оно не такое редкое, скорее оно редко диагностируемое, потому что оно не обязательно идет симптоматика
как-то там связано с нашим животом. Да. Может это быть мигрень, бесплодие, щитовидка. То есть оно идет в паре часто с другими автоиммунными. Угу. И очень часто люди просто не догадываются, что проблема лежит там. Угу. Да. Ну, вот просто непереносимость лактозы, это гораздо чаще встречается в наше время, у детей, в том числе с рождения, с младенчества. Вот насколько вы разделяете для себя, вот наверняка в вашем окружении есть те, кто просто модно эко и так вот хочется. У нас как-то нет. Или больше действительно люди, которые вот, ну, пришли к тому, что... Нет, у нас, в принципе, же калории, поэтому... Да, нет, я всегда говорю, что это не значит, что это еда малокалорийная или она полезней. Да, и что касается твоей подруги, я думаю, что там больше сыграла роль, скажем, ну, во-первых, отказ от привычного мучного, который в обычной жизни присутствует. Да. Да, я всегда говорю, ну, я там до этого не ела булочки, я их и безглютеновые не буду есть. Скажем так, да, ну, я так грубо говорю, то есть как пример. Да. И когда люди там приходят, говорят, о, ну, давайте мне вот если есть там капкейк без глютена, например, давайте, конечно, я возьму его. Я говорю, вы пришли в кондитерскую, да, условно, он такой же по калориям, может быть, даже больше калорий. Оставьте тем, кому он на самом деле нужен и необходим, да. Я поняла, и поэтому, то есть, возможно, что там вот резкая потеря веса также была связана с тем, что просто какие-то другие процессы в организме, там, отекание и так далее, да, способствовало тому, что когда все начало правильно работать, автоматически тело избавилось от лишнего. Да, но это не как диета, чтобы сбросить вес, ни в коем случае. Да, я, как ты говоришь, чтобы не быть дурой, там, в компании у нас никто не выпендривается просто так. Я заказываю в ресторане последнее всегда, чтобы меня запомнили. Я не люблю, да, это делать, но я считаю, что когда дело касается твоего здоровья, нет такого понятия, как неловко, неудобно, и я еще 20 раз переспрошу. И, к сожалению, в Латвии это на самом деле проблема, что очень многие повара не знают, где содержится глютен. То есть для непосвященного человека это не только булочки, макароны. Это даже соевый соус. Тот же соевый соус. И я думаю, что там не без моей подачи во многих ресторанах появился альтернативный безглютеновый соевый соус, потому что в обычном тоже содержатся квеши. И в обычных ресторанах, когда повар говорит, ну вам же, вы же сказали, вы же не говорили, что у вас аллергия на сою. Да? Я говорю, да. У меня на сою нет аллергии, но вот вы мне приносите блюдо, в котором содержится соевый соус. И поэтому я уже сейчас сразу говорю, что на всякий случай и вот это нельзя, и вот это нельзя. Сколько раз, я не буду называть даже по именам рестораны, известные, с известными поварами, не знаю до конца. Или сейчас появился вот этот обязательный закон, что нужно обязательно писать аллергены. Угу. Мы когда Фокси выпендрились и поставили, думали, что мы такие классные, крутые, пришло ПВД, говорит, а почему горчица не указана, а сельдерей? Это тоже аллерген, да, вы чуть не плакали. Нам было так обидно, потому что мы говорим, послушайте, ну ни в одном ресторане не указано. Мы просто по своей инициативе указали, и вы нас ругаете, что нам не хватает. Нам пришлось перепечатывать весь тираж, весь макет передвигать. Это соя. Ну, то есть там все, там рудзу, квеша это отдельно, глютен это отдельно, то есть там вот у нас в некоторых блюдах вот так вот, да, но я что-то задержится. Вот где сейчас указано аллергены, я не видела ни у кого такой подробный список. Вот, ты знаете, часто сейчас пишут, что просто не, это просто тогда меню, оно просто все будет в буковках. То есть пишут просто, смотрите, аллергены там, или цифры пишут 1, 2, 3, 4, 5, смотрите аллергены. Ну, у кого есть какая-то, конечно, проблема, он всегда смотрит. Да. Я просто к тому, что я замечаю во многих ресторанах, где пишут, например, что нет глютена, и те рестораны, которые еще... опять же, не буду говорить имена, которые говорят, что они специализируются, вот чтобы не было того, и ты приходишь, я говорю, а вот у вас тут арахисовый соус, он не содержит глютен, написано? Да, не содержит, я говорю, а он разве не на базе соевого соуса? Ну, насколько я немножко разбираюсь... Да, ну и вот... Опасность с вами ходить, да, куда-то. И у меня, да, со мной, я всегда говорю, я перестала стесняться, потому что я понимаю, что для кого-то это будут большие проблемы со здоровьем. То есть я, например, мне хватает одной вилки, не знаю, гречневой лапши, в которой 20% квеши, и это не указано, она стоит как безглютеновая. Мы, например, до сих пор импортируем из Англии, потому что 4 года назад здесь не было гречки, которая бы не содержала вот это, да, сейчас уже и появились альтернативы, но все привыкли к той нашей, мы продолжаем. Вот. И мне хватает, чтобы неделю выходить из этого состояния. У меня очень быстрая реакция. И я всегда говорю, пожалуйста, вот у вас тут неправильно. Или когда в безглютеновые блюда вдруг пишут там булгур или там кускус, я говорю, ребят, ну это... Ну, кто-то может не знать, но это содержит глютен. Мне кажется, сами сотрудники, я имею в виду персонал, работающий не на кухне, а в зале, зачастую не обладают вообще этой информацией. Потому что, опять же, я теперь это знаю по своей подруге и по тому же соевому соусу.
Но самое смешное было, когда мы с ней сидели дома, у меня вдвоем решили заказать суши, посидеть дома. Я специально указала в комментариях в Вольте, большая просьба привезти безглютеновый соевый соус. Нам просто не привезли никакой. Никакой. Ну, в итоге, то есть вот это просто была бомба. Ну, или когда кладут их рядом, например, которые покрыты этой тобикой икрой, она маринуется в соевом соусе. То есть мы даже просим разделять коробки, когда вот... С ума сойти. Много нюансов. Глубок этот безглютеновый мир. У нас на кухне, то есть мы всегда говорим, что да, на нашей кухне присутствует глютен, но он присутствует в сэндвичах с собой, и у нас зоны разделены, у нас отдельные тостеры. То есть мы сделали все, чтобы исключить вот это перекрестное какое-то заражение, которое, возможно, у нас разные... Что можем, да, мы сделаем. То есть у нас разные зоны, где делаются take-away вот эти сэндвичи для витрины, где могут крошки... И во время завтрака там совершенно разные поверхности, где отдельный тостер для безглютенового хлеба, все отдельно, все по правилам. Скажу подруге, чтобы она не забывала про... Тем более она переехала, кстати, теперь там рядом живет, пусть ходит к вам на завтраки. У нас, если не считать витрину, все остальное, в принципе, безглютеновое. А по поводу безалкогольного? Почему ваше заведение, вот просто Анна, да, на прошлом интервью, ваша сотрудница, Аня, привет, сказала, что я выбирала для себя место работы, где точно не будет алкоголя в меню. Почему нет? Даже там условно бокала просекко или шампанского. Мы получили лицензию, на самом деле в Латвии не так сложно ее получить. Да, вообще не сложно. Там буквально вопрос недели. Думали сначала, что будем какое-то... За завтраками по выходным. За завтраком или какое-то, да, органик, более вино, может быть. Или еще. Потом посмотрели, что физически у нас тоже не хватает места это все разместить. Это же должно бокалы, специально храниться. Это еще что-то. Ты будешь там выветренное вино нам, наливать. Ну, да, что нам это, в принципе, не нужно, потому что мы дневной такой ресторан для завтрака. Наш, то есть в вечерних ресторанах понятно, что основной оборот больше на алкоголе, а мы решили тогда уже в это не лезть, в том, разбираться в том, в чем мы хороши. Ну, тем не менее, ваш кафе, ресторан, стал самым известным, посещаемым, и такой, я бы сказала, модно-гламурной локацией, где всегда можно увидеть даже на завтраке девушек, одетых как с подиума, с прекрасной укладкой. Почему мистер Фокс? Я как-то не обращаю на это внимание. Да, у нас как раз по сравнению с остальными, наверное, местами на районе не так уж это... И я просто знаю, что если я сегодня проснулась, условно, как вы сказали, да, там отекла или что-то, не надо идти в Мистер Фокс. Да, нет, я так хожу. Я так хожу. Я следами от подушки, которую я проспала. У меня был выходной, я проспала 13 часов, встала, и у них кто-то заболел, они говорят, смотри, у меня там 10 пропущенных звонков. И нужно было примчаться и помогать, хотя бы посуду ребятам носить и помыть. И я примчалась и водила еще 4 часа. Мне все говорили, ты только что проснулся. Я говорю, 3 часа. Нет, ну просто встретить весь город, это другой вопрос. Как бы, если ты не хочешь встретить кучу знакомых со следами от подушки, это одно дело. Но если просто прийти... Мне кажется, у нас очень расслабленная атмосфера. То есть есть девушки, которые приходят там с фоткой так, с фоткой сяк, носочки вытянут. То есть мы ничего не имеем против, но я бы не сказала, что это должно быть каким-то стоп-фактором, чтобы прийти в спортивном костюме. У нас есть клиенты, которые ходят именно так. Мне кажется, что наоборот, у нас такое более как районное место. Чил такое как место. Районное с рюмками. Нет, ну, где... То есть это не аквалумно у нас там. У нас это не нарядное такое место. Ну и наоборот, такое место... Я имею в виду районное, семейное, то есть, наоборот, это место, где все приходят, где знают друг друга по имени, поэтому мне кажется, что там, наоборот, все расслаблены. То есть, Отвезли детей на тренировку, пришли, поели, там сидит семья в собачкой, в спортивных костюмах или на великах приехали, абсолютно расслабленно. Мне кажется, это только ощущение человека, как ему приходить. Может быть, да, или, может быть, наоборот, вот, знаешь, есть такие, не хожу, но осуждаю, да, то есть, вот... Потому ну, что столько кажется, людей, что да, так. Сколько мнений, потому что я говорю, когда я работала, когда я готовилась к этому эфиру, я собирала разные тоже и вопросы, потому что все ждали, так как вы не особо там, да, где-то, как вы уже сказали, рекламируете, даете интервью, все хотели вот такой живой беседы, и в том числе ответы на такие вопросы, вот, а там же гламурно. Нет. Ну, просто, значит, мне кажется, что это центр города, но если ты уже идешь в центр города, да, меня видели точно, я и в пижаме могла прийти. Я тоже с тремя детьми на руках собака. И после вечеринки на утро, когда весь персонал спрашивал, что с тобой, я объясняла, что со мной, что хорошо погуляла. У тебя был день рождения, говорю, что видно. Помолодела. Да, то есть всякое, мне кажется, у нас в этом плане все расслаблены, очень такая семейная атмосфера в плане, что все знают бариста. Персонал, клиент. Персонал, клиентов, со многими на ты. Ну вот говоря о персонале, да, как раз Анна, ваша коллега,
старший официант, в прошлый раз, в прошлый понедельник, говорила о том, что у вас просто какая-то Unreal Dream Team, мы даже тут уже стали смеяться, что сейчас вылетят пони, радуга, бабочки, что все настолько мимими. Вот в чем секрет вашего успеха в этом? Кто он, идеальный сотрудник? Это на самом деле наше самое большое достижение, ну, кроме еды, это команда. И у нас, например, почти все пришли в первый год. Наши два повара, которые пришли в первый год, Жанна и Карина, там, они тоже, вот мы только открылись, были Жанна и Карина, потому что тоже, как в первый раз я столкнулась с открытием ресторана, никогда не думала, что человек звонит, может прийти на интервью и не прийти, или пришел на интервью, но у меня даже мысли не было, что... Ой, извините, я попал в больницу. Да, я попал в больницу. Нет, ну хотя бы попал в больницу, большинство просто отключали. Хотя бы напиши, сейчас уже СМС. Честно, вот это просто ужас какой-то. Потом, да, нам коллеги сказали, господи, так это нормально, нам же ривьера, говорит, вышел покурить и не вернулся. Да, вышел покурить. Один из вас тоже, кстати, вышел покурить и не вернулся. Это вообще не зависит от вас. Для нас было шоком, потому что... Что люди не приходят. И действительно, говорят, мы... Точно могу на вас рассчитывать. Будьте завтра в 7 утра, пожалуйста, вот вам деньги, вот вам это. Все, да, все оплачиваем. Нет проблем. Да, конечно, я буду. Человек, я искала работу, я вот мечтаю у вас работать. В 7 утра человека нету, опять наши Жанна и Карина вдвоем, они уже глаза по 14 часов в день. Мы с Кариной тоже из Гоши пакуем бутерброды. И такие, ой, ну что нам запаковать и сделать 10 бутербродов? Нет, приходили 3 часа. В 6 утра. Гоша пока там крутил, не знаю, какие-нибудь там табуретки или еще наклейки, чего-то. Это кажется, что все быстро. Вот мы сделали эти бутерброды. Я говорю, ну все, осталось только запаковать 10 штук. 30 минут, при том, что я работаю быстро. У меня есть всегда система, я отлаживаю как что, и у меня такой конвейер, да, то есть... Это вот положить, ставить зубочистку, закрутить, значит, закрутить, наклеить одной наклейкой, наклеить второй, стороны, да. Обклеить, в какой день сделанный, до какого срока действительно, поставить. 30 минут, запаковать 10 бутербродов. Кажется, что все фигня. Смузить, открутить, закрутить. Плохо закрутить. Плохо закрутила, крышку выкидываешь, списываешь уже, да, то есть второй раз ее нельзя. И все это, ну, да. И вот вначале мы месяц, приходили, да, мы там Жанна и Скорина, я стояла на раздаче какие-то дни, то есть после, в зале. Гоша, с 5:30 до 11 вечера мы там были. Да, мой муж на тот момент очень помогал. То есть мы втроем создавали Мистер Фокс, втроем меню, брендинг, всю эту концепцию вместе. И, конечно, в начале, то есть там все втроем участвовали. Лишних рук не было. И ножки привинтить, чтобы стол вот так вот, да, и прибить там какой-то комод, и это, и тоже и бутерброды сделать, и запаковать, и отвезти. То есть все это было, вот я думаю, что вот всей командой такой, наверное... Очень... То есть я уже говорю, пусть просто выйдет, даже если он не подойдет, Аня, пусть он просто завтра просто выйдет, я хочу хотя бы... поспать хотя бы до 8 утра. Просто пусть он будет дурацкий повар, неумеха, но просто чтобы завтра не приходить. Ну и вот утром звонок, я говорю... Никого нет. Я говорю, ну неужели? Каждый день, вот я не знаю, человек 10. Вот месяц, так, наверное, вот. Ну, месяц, да. И я потом приходила к себе в кондитерскую, как в спа, то есть там все казалось такое, все в замедленном действии, куча свободного места, кондиционер работает, не жарко. Я приходила после вот этого ажиотажа. Да, еще сразу было много народу и такое... Да, мы вообще не ожидали, дочек, конечно, что такой хайп. Как бы на этих самых... Но на самом деле почти в два раза меньше, чем сейчас. То есть тогда уже казалось много, но да. Тогда было... Ну не в два раза меньше, но на 30% меньше. Ну, гораздо, минимум, да. Наверное, то есть за год. То есть, а секрет персонала, ну, не знаю, мне кажется, что мы хорошо чувствуем людей, вот просто вот как бы интуиция. Если человек уже пришел и подошел, то, ну, не знаю, он персонал, хочет у нас остаться. Если мы как-то говорим про ребят в зале, они должны быть, вот условно, Аня и Карина, когда нас нет. То есть они должны нести в массы то, что мы хотим нести в массы, да, и продолжением этого места. И ребята отлично с этим справляются. То есть мы тоже подбирали, какое-то обучение проводили, кто-то сразу уже был подкован, с кем-то надо было там расшевеливать, да. Ну, в принципе, я бы сказала, что все похорошели, у нас весь персонал, мы прям как рекламировать можем еду нашу. Мне кажется, что если ты берешь хорошего человека с мозгами, да? То и он действительно вот старается и хочет работать, то он как бы будет работать. Я понимаю, что если мы были бы, у нас было там 5-6 ресторанов, наверняка нам пришлось бы как бы построить какую-то более систему, но не Макдональд, конечно, где там X, Y, все должно быть вот так. А у нас может быть более мануальное управление, поэтому мы можем каждого так немножечко как бы где-то похвалить, где-то это, больше все замечаем. Но и им с нами комфортно, потому что мы не придираемся по мелочам. Мне кажется, что если человеку комфортно работать, он и старается. У них есть бонусная система,
поэтому которая тоже мотивация, да, мотивация. Да. А угу. На кухне тоже на у нас кухне почти все женщины на самом деле работают, кроме одного. У нас есть Рихард, один мужчина, но ну, сразу скажу, у нас это матриархат. И да. В принципе, многим ну, женщины очень никто не хочет работать в ночь. А здесь все-таки 7:30, ну, они приходят в 6:30, да, угу. Ну, это ну, 7 дома, в 6 да? они уже уходят это с работы, не... да, мы работаем до 5, до 6, кухня до 5, то есть с 5 до 6 это такое, ну, вот забежал, забрал это... салат, да. Ну, самое позднее, пол седьмого они уходят. Вначале, конечно, было позже, и переработка, и все случалось. Сейчас уже у нас гораздо больше людей на кухне, потому что мы тоже идем навстречу. Нужен какой-то супермощный комбайн, чтобы сократить время нарезки этой морковки. Мы вкладываемся, да, то есть я всегда за то, что за технологии, которые помогают сократить время работы, то есть мы ну, увеличиваем в принципе, производительность. Этот объем наш выдержали только женщины, все мужчины только соскочили, женщины, могу сказать. И они нам очень, как раз в том эфире очень большой объем. Кто да. сильнее, мужчины или женщины. Это очень, очень большая пахота, стоять 10 часов на ногах, просто на сковородках. Просто не поднимаясь. Я стояла не на сковородках, когда вот подменяла, когда некому было работать. Я стояла на раздаче. Это легче работа, я не стою вот с этими. То есть я оформляю готовые блюда из того, что и вот тоже это очень я тяжело. Не разгибаясь, вот отстояла всю смену. То есть вообще, ну это такой адреналин, да, идет. Потому что и... первый раз. Ну, первый раз. Да, мне тоже... да, ну, просто я потом поняла, почему они там, наверное, звонок не один раз. Всегда Борис говорит, мы слышим. Это очень большая работа, и у Бориса, на самом деле, тоже большая пахота. Они пашут... Они пашут, будь здоров, но у них и в конце дня мотивация, да, то есть чаевые. Клиенты. Наша оплата, клиенты. И когда к нам Жанна с Кариной пришли, они сразу сказали, то есть они пришли из ресторанов, они говорят, мы получали больше, но мы не можем больше работать в ночь, мы не видим семью. То есть они были готовы поменять время работы, да, чтобы не работать угу. да, в ночь. Угу. Вот так вот. У нас остается буквально тут 3 минуты. Угу. Да, постараемся уложиться. У нас осталось 2 маленьких вопроса. Да. Давайте по 1,5 минуты, чтобы наш звукорежиссер... Да, я буду молчать, я разболтала. Нет, последние 2 вопроса. Первый. У вас прямо через дорогу практически открылся Bol31. Угу. Дружите ли вы или это конконкуренты? Можно ответить там буквально 2 предложениями, ну, чтобы нет, мы успели. Мы считаем, чем больше... Вначале мы переживали до открытия, как это на нас отразится, на нашей клиентуре. Но... Чем больше мест, мне кажется, концентрируется как бы в одном районе, тем лучше. Здоровая конкуренция всегда хорошо. И если ты следишь за своим рестораном, у тебя качественный продукт, то у тебя всегда будут твои клиенты. Плюс поэтому... дополнительная мотивация придумать что-то новое. Ваш, да, а в остальном это синергия. Нам нравится, что это стало такой ресторанной улицей. Круто. Этот район. И круто, когда открывается новый проект. Мы всегда очень рады. Вот наши клиенты, например, каждый день к нам ходят. Вот, они открыли Better Bread. Да. Круто. Вот, ну, не знаю. Мы просто кажется, искренне что радуемся. Очень, кстати, ждем на эфир. Да, мы сегодня как раз говорили, сказал, что ждем. Мы с Кариной всегда рады, когда что-то новенькое такое. Mm-hmm. И для себя, и вообще, мне кажется, что-то хорошо. Супер, все бы так относились и не ставили никаких палок в колеса. Мне кажется, что бояться и палки в колеса, это глупо. Нужно относиться, что это коллеги, а не конкуренты, и все, да. Иначе... Ну, и последний вопрос, ждать ли от вас какой-то новый проект? Если ну, мы что-то ждать? Да, мы сейчас думаем, ждать? Если все ждать? Получится, то, наверное, да, ждать. Но это не какой-то прям... Новый-новый, скорее. Маленький. Продолжение. Маленький. Продолжение начатого. Интрига, да. Я думаю, получилась. Тогда вообще супер маленький вопрос последний. Вы абсолютно разные, но в то же время похожие. Как удается 4 года работать, не ссориться и продолжать? У нас дрим-тим, у нас идеальное сотрудничество, потому что в чем вкус у нас великолепно, то не умею я. А по еде? У нас иньянь совершенно. По еде у нас один, но при этом как бы мне... Неважно, лежит авокадо наверх, вниз или в бок, ну, как бы, а Карине это важно, поэтому... Да, а по вкусу я могу сказать, все, что визуально, вот, все, да, что вкусно, невкусно, это мы вместе как бы под... Потом Аня пробует, да, потом мы улучшаем. Улучшаем, это не нравится, тут некрасиво. Да, а соцсети Карина... Тоже мне, ну, не ну, люблю, то есть неинтересно. Все творческое. Тебя разделили обязанности. Творческая, а Ваня практичная и, часть, с которой я вообще, когда она мне спросила, говорит, заключала договор, говорит, сколько у тебя скидка тут за воду? Я говорю, какая скидка? Она говорит, ну, Карина, ты 3 года у них берешь объемы воды. Сколько у тебя? Я говорю, нисколько. Она говорит, ты с ума сошла? Потом позвонит, говорит, я тебе договорилась, у тебя теперь такая скидка. То есть, я говорю, тебе надо было... У вас реальный партнершип такой. У нас реально, мы не лезем друг в друга, дела и вот...
Что... Нам, к сожалению, вот сегодня нужно уже заканчивать. Я думаю, мы могли бы сидеть еще и второй час вместо других передач общаться. Но я думаю, не последний раз увидимся. Буду ждать с нетерпением открытия вашего нового проекта. Приходите, делитесь. Огромное вам спасибо за эмоции. Спасибо за ваш проект. Люблю, ухожу, правда. Удачи, успехов, не терять этот оптимизм, и чтобы все получалось, и чтобы никакая вторая, третья волна вас не сломала. Мы справимся. Анна Лакомет, Карина Фридман, Родион Золотарев, Валерия Иванова. Открытая кухня. До встречи в следующем эпизоде. Спасибо, Валерия. Спасибо.